another edition of Thunderdome! Покончить с этим было правильным решением. Пока я не присел за вертушками и не услышал, что голос говорит. Это был очень напряженный момент для меня, когда я понял, что это был на самом деле последний Thunderdome. Мой мир рухнул, и я такой: какого хуя? Thunderdome был для меня началом всего. Final Exam — это лучшая вечеринка, на которой я только был. Эти чувства прямиком из сердца. Thunderdome находился в самом центре мировой танцевальной сцены. Мы были там 20 лет, а потом подумали: ладно, мы закончили. Билеты практически распроданы, почему ты хочешь все закончить сейчас? Мы посвятили 20 лет хардкор-музыке и музыкальной индустрии в Нидерландах. Мы приняли решение прекратить все сейчас, пока Thunderdome все еще на вершине. Люди с татуировками, люди, которые купили эти диски, теперь стали старше, обзаводятся семьями. Но это чувство будет жить вечно в сердцах людей. Thunderdome появился и превзошел всех остальных. Это было подобно пузырю, который взорвался во всем мире. После 20 лет ID&T покончили с Thunderdome. Но никто не знал, что Wizard еще напомнит о себе. Меня зовут Сица, и это моя история о Thunderdome. Я хочу поблагодарить вас всех. Через 5 лет, после последней вечеринки в рай, вы все еще приходите сюда. 5 лет я лоббировал эту идею вместе с FSX, с моими коллегами в ID&T. И подумал: нахуй! Thunderdome должен вернуться. Thunderdome для вас всех! Мы celebrate life! Make some fucking noise! Oh, oh yeah! Set that down! I want to see all those hands up in the air! Они все заработали кучу денег, но я никогда не думал об этом. А потом я прочитал, что они заплатили 100 миллионов ID&T, и что все они очень богаты, и я начал думать: бля, почему я не заработал на этом? Почему я об этом не подумал? Но я этого не сделал. Я был занят организацией вечеринок. Я занимался клубом вместе со своим отцом. Террор Корп в Роттердаме. Чаки, мой друг. Я делал вечеринки, а мой отец заботился обо всем остальном.
Он был ответственным партнером, совсем как и я. Он плохо учился в школе, а я даже получил специальное образование. Они отправили меня в специальную школу, и теперь я здесь. Официально я металлург. А теперь я организовываю лучшие хардкор-вечеринки с классной командой. Он был моим вдохновением, моим наставником и кем-то, кто всегда был готов выкладываться на полную, чтобы сделать еще лучше. И вот так я связался с IDNT. Let's go back in time. Way back into time. Помню, что целые дни или целое воскресное утро я мог просто слушать музыку и ничего больше. Тупо лежать в кровати. Просто слушать музыку и ничего больше. Косяк, пиво и Аякс. Это было все частью нашей жизни. Мне было где-то 16 или 17, и я тусил с Offside 4 года. И однажды ночью я ехал домой в автобусе после работы и увидел в нем Дункана. Я не видел его несколько лет. И кто-то говорил о нелегальной хаос-вечеринке за станцией. Конечно же, мы подумали, что это классно, и поехали туда. И так все началось. В 80-х хаос появился в Нидерландах, и вскоре появились нелегальные вечеринки. Старшие друзья взяли меня на вечеринку. Печально известный мультигрув. Я пустился во все тяжкие. Когда ты поднимался, ты мог услышать, как окна вибрируют, прям как в кино. Странное место, странная музыка, странные люди. Нам это нравилось еще больше, когда остальные говорили, что не понимают такую музыку. Они просто не понимали этого, а мы думали, что это потрясающе. Мы против всего мира. Я много трудился и зарабатывал свои деньги. Ведь иногда хочется немного развлечься, вместе со своими друзьями, просто чтобы снять напряжение. Свобода. Когда я видел этих ребят, которые ходят вокруг и играют музыку, особенно когда они притащили бухло, единственное, о чем я подумал, я хочу так же. Эта мысль не вылазила у меня из головы. Потом мы встретились с Тео. У него были свои пласты, он знал, как их сводить. Он вообще единственный в нашем городе, кто мог играть. И он уже и раньше устраивал вечеринки. Ну что ж, давай повторим. Перед Новым годом не было никаких вечеринок, и поэтому мы решили сделать ее сами. Приглашение на бесконечный взрыв мозга. Это была предновогодняя вечеринка, и она имела огромный успех. И сами того не зная, мы вроде как начали свой новый бизнес. В непрофессиональном смысле с предновогодней вечеринки. Все были деревенскими, и мы пробухали всю прибыль сами. Но это было не важно. Мы просто устроили вечеринку. Нам нравилось заниматься организацией всего этого. И следующим шагом мы хотели заполучить более крупное место проведения. Мы внезапно стали хардкорщиками. Все началось с хаоса. А потом в хаосе начали появляться поджанры. Это был клуб транса.
и хардкора. Это то, как я это запомнил. И мы пошли на это. Одним из первых диджеев, кого я запомнил в хардкоре, был Дана. Из-за того, что он часто светился по телеку, он стал подобием бога. Он стал лицом этого андеграундного направления в музыке. В какой-то момент я использовал тяжелые миксы с винила. И как диджей, я любил смотреть на то, как далеко могу зайти. Я работал вместе со звукоинженером, и мой микрофон начал пиковать. И он был в панике. Он должен быть зеленый. Через несколько месяцев это покажется нам слишком медленным. Ты не сможешь танцевать под это. Смогу. Нужно стоять на своих пятках, словно фламинго. Я тоже не понимал, как ты можешь заниматься этим всю ночь. Но я уверен, что это из-за кокаина или скоростей. Или других наркотиков. Этот тяжелый звук начал попадать в клубы поменьше. Но все знали, что еще немного это станет чем-то большим. Эта сцена постоянно разрасталась. После новогодней вечеринки мы захотели большего. Но вскоре мы поняли, что невозможно сделать вечеринку в маленьком спортивном центре. И мы связались с Jarbers и Rai. Все спортивные центры отказывали нам, а Jarbers и Rai были наоборот в деле. Иногда тебе нужно немного удачи. И у нас она была. Выбирая между Rai и Jarbers, мы выбрали Jarbers. Вся сцена хаоса была захвачена футбольными фанатами. И это было то, с чем нам приходилось считаться. В Амстердаме были проблемы с людьми из Роттердама и Денхага. И если бы они не пришли, то мы не заработали бы достаточно денег. Утрехт был нейтральным, знаете, такая маленькая Швейцария посреди Нидерланд. И до него можно было добраться поездом за одну ночь. Поэтому мы отправились в Jarbers. Дункан тоже хотел сделать такую же вечеринку, но он хотел сделать ее с большим размахом и поэтому пришел с этим в Jarbers. Он назвал тусу Final Exam и продал это как вечеринку на выпускной. Мы украли базу данных со всех средних школ в Нидерландах, чтобы организовать этот большой выпускной. У нас есть 7500! В письме было полно ошибок, поэтому учителя перечеркали весь текст. Ты даже не можешь написать приличное письмо, не говоря о том, чтобы заботиться о наших детях. На нас лежит ответственность. После работы мы садились в машину с ведрами, полными клея, и расклеивали листовки везде. Распространяли флаеры на вечеринках. Как только мы заклеили весь город, мы отправлялись в следующий. Приходилось использовать сарафанное радио, потому что не было интернета. Промоушен достиг даже провинции. Все мои друзья с севера только и говорили об этом. Мы были уверены, что каждый знает об этом. И именно этого мы и добивались. Каждый хочет быть частью этого движа. И я верю в это. Нет никого вокруг, кто мог бы предложить то, что предлагаю я. Мы только что были на Tomorrowland, теперь делаем Mysteryland. И 28 октября мы закончим. И мы убедимся, что Jarbers — лучшая вечеринка. Дункан сразу начал орать.
Мы были в школе, и он подошел к одному человеку. Он говорил с ним или с ней и дал им билет. Контекст – будущее хардкора. Важно принять контекст будущего и использовать прошлое в качестве концепта. Хардкору 25 лет, и ты не можешь покрыть только 5 лет из его истории. Я понимаю, но не думаю, что это так. Дана хорошо подходит. Пожалуйста, задействуй молодые свежие таланты, о которых еще не знают. Так ты сможешь показать им, что площадка Thunderdome значит намного больше, чем когда это начиналось. Шоу на мейне. Начнем с открытия. Где-то на 3 минуты. Мы получаем запросы с Москвы на проведение Thunderdome. Запросы с Италии, Испании. Люди в Японии тоже заинтересованы. Но стоит ли все это делать? Дункан больше не владелец. Американцы взялись за дело. Они просто хотят результатов. А мы хотим делать классные вечеринки. В конце концов, в этом вся суть. Это был магазин Merry Go Wild, контролирующий Thunderdome. Это был первый момент с 2012-го. Все говорили, что движ умер, что мы должны оставить его в прошлом. Но сцена приняла нас снова. Вначале было 3000 человек. Мы даже подумали, что это очень много. Но количество людей в Ярберс было чем-то новым. Мы подписали договор аренды. А потом я получил факс от Ярберс. С не очень хорошими новостями. Они хотели, чтобы мы застраховались на 5 миллионов гульденов для каждого мероприятия. И сверху еще 100 тысяч гульденов. У нас не было ООО, нам было по 20-21. Мы заплатили аренду, и у нас было все спланировано. Но они просто хотели остановить нас. Они хотели сделать так, чтобы мы не смогли продолжать. Дункан знал Дика Шойенакера, потому что он страховал свой курьерский бизнес. Поэтому мы попросили у него страховку. Он сказал, что это невозможно, но мы настояли на своем. Мы уже потратили все свои деньги на аренду, артистов, свет и прочее. Поэтому мы связались с Ярберс через 2 дня. У нас есть страховка, теперь мы можем продолжить. Этого не может быть. Может, включи свой факс. Мы отправили им страховку, и все было готово. Мы рассчитывали на 6-7 тысяч человек, но их было вдвое больше. Это был хаос. У нас была охрана, они были из трейлерного парка. Они охраняли наш вход. За 10 гульденов ты мог выйти наружу. Но у нас также были и свои ребята, чтобы быть уверенными, что они не украдут все наши деньги. Через 30 минут бухло кончилось, и у нас было так много света, что этого никто не заметил, потому что было очень ярко. Первая вечеринка была настолько бешеной, и когда ты попадаешь в этот мир с артистами и их эго, Рае и Ярберс, с костюмами и правилами, это стало большим уроком для нас. Мы вернулись утром, в субботу в 8 часов. Вечеринка закончилась в 7, и мы еще остались перебраться там. В
Мы взяли 5 метеолог и очистили весь Ярберс. Хоть мы и не спали 24 часа. Мы хотели сохранить деньги, это было дорого. Примерно 5-6 тысяч гульденов. И тогда Тео ушел. Он устал, как и мы все. Нас было 5 или 6. Ребята, которые пили, были истощены на следующий день. Он уехал тем утром. И мы сказали ему, что он не сможет вернуться, если уйдет. И он так и не вернулся. Визард был впервые нарисован на основе примера из книги. Оригинал был где-то на стенах Парижа. Многое было перерисовано. Так делали в те дни. Я чувствовал некую связь с Визардом. Этот рисунок был на стене в Париже, и ему было около 10 лет. Мы никогда не задумывались об авторских правах или чем-то еще. Мы никогда не надеялись, что он станет известен во всем мире. Мы хотели, чтобы люди общались о чем-то, кроме музыки. Мы хотели создать другой, разнообразный мир для них. В мире графических изображений это странная икона. У KLM есть корона, у Nike — свуш, у AT&T — визард. Это было типично для того периода. Это были времена, когда все было можно. Когда Final Exam стал успешным, Ирфан и Дункан продолжили идти вперед. Мы познакомились с ребятами из Леувардена, которые позвали нас на Тилов. У нас был Final Exam, AT&T, Ирфан, Дункан и Тео. Тео ушел, поэтому его имя в принципе не имело смысла. Мы буквально достали словарь и начали искать слово, подходящее для большой площадки и громкой музыки. Так мы и получили Thunderdome. Дом олицетворяет большую площадку, а Thunder — громкую музыку. Thunderdome. Вот чем это будет. Мы не знали, чем наполнить пространство. Это было огромное помещение, которое способно вместить 30 тысяч человек. Мы даже жили там, ночевали в доме пожилой пары. Каждый день у нас была одна и та же миссия, и мы шли дальше. Мы побывали в каждой деревушке во Фрисланде, Гронингене и Дренте. Мы в натуре побывали в каждой. Thunderdome по-настоящему уникален. У него особенная атмосфера, особенная для каждого. Здесь мы не были отцом и сыном. Мы были просто лучшими друзьями, которые хорошо проводили время. Ты просто приходишь, бухаешь, немного танцуешь, а все вокруг продолжает идти полным ходом. Все веселятся вместе, и неважно, кто ты такой. Моя история с Thunderdome началась в 92-м, с первой вечеринки. Мы пришли, и это был Thunderdome 1. И через 5 минут я подсел. Я пришел домой и пошел наверх, чтобы разбудить брата. Я хотел, чтобы он пошел со мной в следующий раз. И мы стартанули большой кампанией. Надеюсь, смогу продолжать ходить до тех пор, пока он существует. А теперь я прихожу с сыновьями. Не могу жить без Thunderdome.
На первом Thunderdome я чувствовал, что теряю сознание. Я начинал махать руками, так они это называли. Стадион был близко к Леуварден, где я жил. Я верил, что у ребят есть мечта. И толпа, и я являлись частью этого. Там был кальмар с такими щупальцами, как на карнавале. Я думал, это было странно и неуместно, но он пользовался популярностью. Это был первый раз, когда мы были все вместе на таком большом мероприятии. Как тебе организация? Проблем было много. Было очень много места, мы взяли погрузчик, платформы и много помощников. Так что все прошло отлично. Один из звукооператоров на Thunderdome был техником Металлики. Он огляделся вокруг и обалдел от того, что мы делаем. В рок-индустрии ты делаешь концерты, на которые тратится много своих денег. Но деньги возвращаются с продажи CD и футболок. Разве у вас нет контрактов с этими артистами? Нет, это просто друзья. Приведите их в студию и запишите диск. Хорошая идея, давай займемся этим. Так мы записали первый альбом с Дана, Гизмо, Басфас и Пропетом. 12 треков, отрисовка обложки, и нам захотелось продать это. Это было похоже на запуск катапульты, когда нам просто оставалось наблюдать, что будет дальше. Мы работали всю ночь и стали звездами. К нам относились как к звездам. Собственные товары, собственные стикеры, собственные лейблы. Все происходило так быстро, мы сами плохо осознавали происходящее. За год мы побывали в Леовардене, Денхаге, Херенвине и Гронинге. Нам хотелось выделиться всеми возможными способами. Становилось больше вечеринок, больше билетов и, как следствие, больше рекламы. А это уже полноценный механизм. Я сам собирал деньги, 50 тысяч гульденов. К счастью, меня никогда не грабили. Когда ты молод, это все, чего ты хочешь. Я копил деньги годами, может, даже лет 10. Мы хранили деньги наличкой. Thunderdome стал настолько популярен, что когда копы задерживали нас и спрашивали, чем мы занимаемся, а затем узнавали, что мы делаем Thunderdome, они просто просили билет и отпускали нас. Чего ты ожидаешь? Оторваться! Это будет сильно. Мы не возражаем, все в порядке. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы все прошло отлично. Мы играли ту музыку, которую хотели, поскольку люди еще не знали ничего другого. Так что они принимали то, что мы играем. Многим это нравилось, особенно в возрасте от 16 до 20. Тем, кто хотел чего-то особенного, чего нет в обычных клубах. И это единство было потрясающим. Это то, что делало этот движ синонимом единения, унисона, особенно для моих парней. Братаны на всю жизнь. Это главная сцена с популярными сейчас диджеями. Здесь герои хардкора. Герои хардкора в основном те люди, которые были известны в начале тысячелетия. Это индастриал звук. И я думаю, это хороший лаунж. Здесь сандербоги. Это черный лаунж, 50 метров в длину. Там у нас боги террора и музыкальных стилей, которые сейчас раздают. Это аптемпо, а здесь большой чиллаут.
У нас работает 80 человек. Есть 5 контейнеров с одеждой. Это классно. Final Exam был первый тусы в Джарберс. Тогда Wizard был розовым. А после нее, 3 октября, они сделали новую тусу в ID&T, которая называлась Thunderdome. Wizard был флуоресцентно-зеленым. Поэтому я сделал футболку с флуоресцентно-зеленым цветом. И вот как все обернулось. Это часть моей жизни. В 92-м я стоял прямо здесь. А теперь, 25 лет спустя, вернулся. И я думаю, бля, у нас было тогда 15 тысяч человек. Теперь же здесь 40 тысяч. Тогда это было как один лаунж. We will take you on a trip down memory lane. 25 years of hardcore history by promo. Не уверен, что нам все еще нужно редактировать голос. В студии звучит классно, можно послушать эффекты и сделать его по-настоящему шикарным. Но на площадке он будет не таким, по моему опыту. Просто подумай об этом. Открытие в 11:30. Мы начнем с момента в 2012, когда все закончилось. Мы должны начать с этого звука. Мучительно долго. А затем он оживает. Лови момент, когда он будет сильно раздражать. Хочешь остановить это, или... Бип становится быстрее, а затем останавливается. Взрыв, а затем Тандердом возвращается, или что-то наподобие. И тогда музыка начинается. И фейерверки, и все такое. В 93-м диски с Dream Team стали легендарными. Но некоторые хотели заработать на этом успехе. Самое жестокое, что ты когда-либо слышал. Больше, чем 70 минут хардкора. 18 треков из ада. Аркада хотели наше имя. Это была коммерческая компания, выпускающая альбомы. Они встречались каждую неделю, чтобы решить, что делать. Они хотели сделать нашу вечеринку. Они хотели спродюсировать Thunderdome. Тео Набрус работал на Аркаду. Он был IR-менеджером и нуждался в чем-то новом. Но Бас Фас также записывал диск на хаус-пати в здании Аркады. Я оказался там, в этом огромном здании. У них была встреча, и я их слышал. Ну что, по рукам? Это будет Thunderdome. Я услышал, как они это сказали, и вдруг мне больше не нужно было ссать. Я выбежал на улицу в поиске телефонной будки, как это было тогда. Я тут же набрал Ирфану. Ирфан, запатентуй имя Thunderdome. Сейчас. Но это будет стоить 2500 гульденов. Закончи это до выходных. Как? Я не знаю, сделай это. Что? Да ты издеваешься. Я дал ход этому делу, чтобы защитить наш бренд. Позвонил нашему адвокату, а потом мы могли бы сказать им, что это наше имя. Он вошел в комнату и сел. От него несло перегаром. Мы это уже обсуждали. Мы можем дать тебе по 25 центов за компакт-диск, если ты откажешься от своих прав. Потому что у тебя есть права, но я имею в виду, что мы, Аркада, мы продадим 100 тысяч CD-дисков, ты получишь по 25 центов. Так что это 25 штук за компакт-диск только в Нидерландах. И все, что тебе нужно сделать, это отдать нам права.
Мы подумали такие, какого хера? Мы пожали ему руку и ушли. Мы сразу же позвонили нашему адвокату, потому что мы хотели преподать ему урок. Back from hell! Thunderdome 2! Where's Johnny? Thunderdome 3! The hottest for the sucks to face! Аркада работал над Thunderdome 3, а перед Рождеством они хотели запустить Thunderdome 4. Но через друзей мы вышли на контакт с немецким дистрибьютором, который знал нас. А он ненавидел Аркаду во всех смыслах этого слова. Он сделал компакт-диск Thunderdome, но в Германии это работает по-другому. Если два бренда выглядят одинаково, одна из сторон идет к судье, и судья останавливает производство, пока не станет ясно, кто на самом деле имеет права. И только после этой процедуры можно продолжать. Так что Аркада при таком раскладе не смогли бы спродюсировать альбом. Не прошло и часа, как зазвонил телефон. Я ответил. Единственная фраза, которую я услышал, была: «Ты что, совсем с ума сошел?» Он просто совершенно обезумел, кричал и ругался. Это был Андре Дераав, директор Аркады. В конце концов, мы договорились, что сможем заполнить половину диска. Таким образом, мы получили половину прибыли и могли бы продвигать вечеринку. И именно тогда Thunderdome взорвал рынок, вечеринки и CD-индустрию. Ты должен был быть на этой вечеринке. Это было не только для тех людей, которые были тогда молоды, но и для многих, кто последует за ними. Thunderdome — это большая часть моей жизни. Я всегда буду любить этот бренд и дизайн. Thunderdome — это что-то уникальное. Я очень взволнован и думаю, что все только начинается. Чертов адреналин, чувак. Я чувствую его повсюду, во всем теле. Это будет самая лучшая ночь в моей жизни. Так же, как и у всех. Питер, слышишь меня? Ты готов? Ребята, шоу номер 8 начинается через 3, 2, 1. 25 years of hardcore history. By promo. Улет, чувак! Мы самые жесткие во всем мире! Я тогда работал в Jarbers. И в то же самое время мой отец заболел. Так что, с одной стороны, у меня были слава, и все меня любили. Но, с другой стороны, мне было очень грустно. Прощание оказалось самым трудным поступком, которое предстоит совершить. Ты был отцом хардкорного поколения в 90-х годах, папа. Спасибо тебе за все. Мы выбирали этот трек вместе, First Rebirth, Джонса и Стефенсона.
fucking years. But we're back, baby. Я не знаю. Я держал его за руку и почувствовал, как бьется его сердце. И он просто ушел. Я люблю тебя. В любом случае, это просто так странно. Но это был его собственный выбор. Иначе он мог бы умереть 8 неделями позже, но с трубкой в горле. Не знаю, что происходит. Это был его выбор. Трудитесь и потейте. Танцуйте до тех пор, пока не будет сил двигаться. В эти выходные в Маасвлакте состоялась самая большая хаус-вечеринка в истории. Тысячи молодых людей сходили с ума в течение 3 дней под ритм хаус-музыки. Возможно, не без помощи экстази. Брайан Бут и Сандер Гретт подошли к нам, потому что первый Мистер Лэнд провалился. В то время я еще учился в школе. Мне еще предстояло сдавать экзамены. Но моя жизнь вращалась вокруг вечеринок. Так что для меня это было удивительно, что я вступил с ними в контакт, и они хотели работать вместе. Тогда мы сделали вечеринку в Маасвлакте, и это было очень трудно. Это было наше первое мероприятие, которое провалилось. Мы многое упустили, или приняли это как должное, или просто приняли это потому, что мы опередили время с нашим видением. Фестиваль длился 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. У нас был кемпинг, но там не было абсолютно ничего. Мы должны были построить водопровод, душевые кабины. Мы построили деревню с нуля. Это стоило нам больших денег. Мы там совсем разорились. Мы потеряли 800 тысяч гульденов. Посетителей было мало, а потратили мы слишком много денег. Все пошло наперекосяк, и нам пришлось решать, как с этим бороться. Я просто так стремился организовать что-то, сделать что-то великое. И я совершенно не думал ни о риске, ни о деньгах. Это вызывало большое напряжение и стресс в компании. Существовали также внешние обстоятельства, которые привели к такому серьезному разногласию. Мы с Дунканом разошлись. Это был важный момент для меня, чтобы сказать, что мы оба хотим чего-то другого. А потом мы пошли отдельными дорогами. Я знаю Ирфана всю свою жизнь, с тех пор, как мне исполнилось 6 лет. Я все еще ходил на вечеринки, они были моими друзьями. В профессиональном плане это был тяжелый разрыв, но я никогда не принимал его близко к сердцу. Стало ясно, что Дункан не хочет продолжать отношения с Ирфаном. И я больше не хотел работать с Брайаном. Просто у них было другое мышление. А потом Сандер стал моим партнером. Я был частью AD&T, у меня не было зарплаты, я просто работал там каждый день. Я просто хотел остаться здесь, пока не верну свои долги. Я хотел устраивать вечеринки и объединять людей. В идеале в тех местах, где этого никогда раньше не было.
Мы продолжали продавать компакт-диски. 50 тысяч было продано в Нидерландах. Мы стали номером один. Мы продали около 4,5 миллионов компакт-дисков, и это нас спасло. Мы могли бы заплатить часть денег, которые задолжали из-за компакт-дисков. Мы могли бы попросить поставщиков дать нам еще немного времени. Но мы все это вернули обратно. Drop it. С этого момента все пошло очень быстро. Невероятно быстро. Thunderdome был повсюду. Деньги продолжали поступать. Товары. Коллекционные коробки, напитки, школьные дневники. Внезапно все увидели Thunderdome. И эти CD-буклеты стали реальными. 28 страниц с футболками и кепками, и это продавалось с сумасшедшей скоростью. У нас было 10 девушек, которые отвечали на телефонные звонки на следующий день после релиза. Мы зарабатывали от 20 до 30 тысяч гульденов за трек. Я был у банкомата и сказал: «Ты видишь то же, что и я?» На моем счету было 250 тысяч гульденов. Я купил машину. Мы думали, что это нормально. Мы зарабатывали 20, 30, 100 тысяч гульденов каждые 3-6 месяцев. Это было охеренно. Когда Ирфан уехал, Thunderdome отправился в клубы. Это был мой момент как MC. The Mouse of Madness. Итак, дорогие зрители, хардкор привет в отчете ID&T. Это было самое популярное шоу за последние месяцы. Людям нравилось видеть самих себя. Мы объездили всю Европу. Это MC Drox. Мы были похожи на ковбоев в 90-х годах. Каждый делал то, что хотел. Это было не так уж и серьезно. Ты выйдешь за меня? Мы просто веселились. Из нелегальных рейвов это превратилось в целую молодежную культуру. Это была моя семья, и я гордился ею. Вот она. Шикарная худи. Это самый желанный мерч. Я думаю, мы покупали их по 50, может, за 60 евро. Сейчас, спустя несколько лет, ее можно продать за 600 евро. Вот за это худи. Это крупнейший хардкор-проект. Самый живучий, первый. История началась здесь. Thunderdome трудно описать. Это не зомби. Это дерзко. Это похоже на ночной кошмар. Но это точно не про кровь и ужас. Первые компакт-диски похожи на рекламные листовки. Это картины модных художников 70-х годов. Тогда ID&T должна была принять решение, как двигаться вперед. Может быть, Виктор сможет это сделать. Я любил Чаки и клоуна. Мой отец придумал эти имена. С мумией все тоже было окей. Змея — это прекрасно. Очень четко и крупно изображенная голова с глазами посередине. Очень культово. Все эти образы вписываются в концепцию, а проблема заключается в том, как все это продолжить. Всему есть конец. Но тогда я этого не понимал. В будние дни я был скучным офисным планктоном, а в выходные наступало время вечеринок. Я был единственным, кто делал фотографии, потому что никто не взял с собой фотоаппарат. Больше никто не фотографировал. Сначала у меня попросили фотографии с тусовок, которые уже прошли. А потом они попросили меня приходить к ним на вечеринки. Я был счастлив.
Эти фото отлично подходили для журнала. Он стал первым фотографом вечеринок. ТВ-шоу каждую пятницу. А в субботу еще одна вечеринка. Поскольку я не пью кофе, мне нужно было что-то еще, чтобы не заснуть, чтобы оставаться сосредоточенным и обеспечивать качественные снимки. Обычно я работал с фото каждый вечер дома и старался закончить работу до выходных. И все начиналось сначала. Я хотел это делать, поэтому просто пошел и сделал свое дело. У нас было много историй. У нас было собрано много историй. Артисты рассказывали всем о том, что они делали. В противном случае вы могли бы увидеть его только на сцене, и никто другой не брал бы у него интервью. Так что это было важно, выстроить диалог с нашей аудиторией. Итак, народ, у меня есть письмо от Фреда. Ему 22 года, и он с Гелдерпа. Он любит хардкор, и у него короткая стрижка. И Фредди — вечериночный девственник. Для меня хардкор — это способ забыться, восстановить свои силы. И тогда ты вновь можешь слушать все это дерьмо. Это в нашей культуре. Мы хотим топать ногами, а голландцы просто любят марки. Влияние этой культуры было огромным в Нидерландах. Можно было легко узнать людей, которым это нравилось. Насколько сильно ты можешь шокировать свою маму? Лысая голова — это громкая музыка целый день. 90-е — это период, когда каждый третий подросток называл себя габером. Мне кажется, мы побывали во всех возможных клубах. The Peppermill, Lord Demar, просто везде. В Нью-Йорке, Австралии и даже в Швейцарии. Мы ходили ужинать по 3 раза в день. Это было классное время. Мы создали потребности и отреагировали на нее. Для многих людей Thunderdome была их первая большая вечеринка. Но мы никогда не гордились этим, и я просто не понимаю этого. Не обращайте внимания на опечатки. Я видел, что на этом рынке диджеев и их фанатов самым основным был факт того, что все они хотели новую тусовку. И люди были заинтересованы в получении разрешения в Yardbirds. Может быть, поэтому мы здесь? Может быть, мы это устроим? Я не люблю быть в центре внимания. Это часть нашей работы, чувак. Это часть нашей славы. Я думаю, что это была крутая вечеринка, одна из самых лучших, которые я посещал когда-либо. И я прочувствовал на себе старый Thunderdome. Я думаю, что теперь есть определенная атмосфера, поэтому хорошо бы сделать тусу в этом году. Мы не знали, что будет через 5 лет, а люди хотят этого именно сейчас. Это было бы довольно классно сделать вечеринку снова. Загвоздка в том, что нужно учитывать прошлое. Я думаю, было бы круто не прыгать выше головы каждый год. Но можно сделать настолько грандиозно и уникально, что шумихи хватит на несколько лет вперед. А затем устроить возвращение, как в прошлом году, и делать это раз в 2, 3 или 5 лет. А может быть, даже крупнее, чем в прошлом году. Может быть, сделать мероприятие на 50 тысяч человек в этот раз? Это звучит не круто. Все из-за твоего роттердамского акцента. Тебе необходимо поменять контент. 2020 — как раз подходящий для этого год. Но мы не должны терять времени, и мы должны сыграть по-крупному. Продолжай действовать или вали отсюда. 90%. Это все еще живет. Подожди минуту. Ты можешь сделать заявление. Давай по-крупному, мощно, со всем, что у нас есть. Но будет ли такой же эффект, который был 25 лет назад? Хардкор не в прошлом, он продолжает развиваться.
Раньше это было ощущением того, что мы против всего мира. Теперь у него есть позитивная семейная атмосфера, и вы можете почувствовать это. Ты чувствуешь себя так круто, когда играешь здесь. Или когда ты едешь за рулем в машине. И осознаешь, что ничего в этой жизни не сравнится с чувством, которое ты испытываешь, когда играешь. Это просто невероятно. Хардкор больше не стигматизирован. Производная от скорости является производной от производной функции. Если бы я мог сыграть на Thunderdome, это было бы признанием моего творчества. В конце 90-х Thunderdome потерял хватку. В семье, которую я выбрал, начали появляться трещины. Особенно, когда туда начали вмешиваться массы. Габеры. Агрессивные фанаты. Они расисты. Носят бесцветные спортивные костюмы, употребляют наркотики, и их следует избегать. Они говорят, что не агрессивны и не хотят, чтобы их так воспринимали. Они говорят, что их судят по внешнему виду и что это не более чем внешность. Мы были ослеплены размерами и меркантильностью. Это было массово. Мы говорим о сотнях тысячах подростков. Я думаю, что мы сделали все, что было в наших силах. Мы принимали все, что в нас бросали. И это казалось нам интересным. Это было время, в которое ID&T стало реальной компанией. Люди работали здесь. У нас были красивые девчонки, обложки. Мы стали звукозаписывающим лейблом. Мы не думали, могут ли эти решения повлиять на другие вещи. Происходило все больше и больше отдаления от того, что было изначально, перерастающее просто в хорошую вечеринку. В конце 90-х годов это было уже чересчур. Симпатия к хардкору внезапно превратилась в хайп, в тренд. Внезапно всем стало нравиться прыгать под хардкор. Но мы больше этого не делали. Я ненавижу это. Я был полностью против этого. Я ненавижу хэппи-хардкор. Все треки, которые слушали наши родители, были подправлены, на них наложили бит, и ты получаешь хэппи-хардкор. Мы делали хардкор для детей. Родители брали с собой своих детей, но мы не должны были этого делать. Люди говорят, что хаос — это наркотики, но эти вещи не связаны друг с другом. Это очень односторонне. Очень много людей пострадали из-за этого. Посещая клубы, большинство габеров не употребляли наркотики. Лысые и бритые головы в спортивках выглядят агрессивно. Но мы же все друзья. 20 тысяч людей, и ничего не происходило. Но все, к сожалению, изменилось. Все просто стало мрачным, и вдруг мы увидели армейские ботинки. И вспыхнули драки. В Леовардене мы защищались стальными трубами. И я боролся с этим. Для меня это было трудное время. Это просто стало проблемой. И музыкальная сцена начиналась вовсе не так. Мы просто хотели гармонии, и чтобы все веселились, но это прекратилось. Каждый хотел сфотографироваться со мной. И вдруг все они подняли руки вверх. Это не имело никакого отношения к вечеринке. Это было чрезвычайно трудно для меня, потому что они начали это делать.
Это было слишком плохо и нечестно по отношению к обычным габберам. Но, к счастью, Габбер Пит решил эту проблему за нас. Габбер Пит стал известным и превратил все это в шутку. Zagen en hakken, hop laat eruit. En nou zie je toppie, geen harme kopie. Hakken en zagen, wat een geluid. Это был конец сцены. Ты больше не мог надеть свой спортивный костюм и ходить с гордо поднятой головой. Тандердом медленно умирал. Братство и чувство единства исчезло. Поскольку хардкорная сцена умерла, я просто ушел. Я был сыт по горло, и много чего произошло между нами. Я был предателем, потому что остановился. Хардкор, он здесь. Для меня это означало, что я больше не являюсь частью Dream Team. Это не имело никакого отношения к самой Dream Team. Журнал «Гром» закончился. Я бросил одну из своих работ, и моя жена ушла от меня. Но ты же этого не хотел. И я это сделал. Ты хотел продолжать работать в Dream Team, а я этого не допустил. Для меня этот период времени словно в тумане. Не думаю, что я жил настоящим. В какой-то момент это нарастало, как снежный ком, до тех пор, пока тебе не нужно было идти домой или поспать для того, чтобы отвлечься. Тебя там либо не было, либо ты оказывался там слишком поздно. И когда ты был там, то прятался под своим столом, под кайфом. Работать всю ночь, принять душ и продолжать вновь. С меня было достаточно. Я хотел чего-то другого. Мы все занимались другими делами, и это были правильные вещи. Но когда все поменялось, они перестали быть правильными. Потом у меня случилось эмоциональное выгорание и депрессия. И я попал в группу психологической поддержки. У меня было искаженное представление обо всем на свете. Я больше не мог этим заниматься. Мы казались побежденными. Но это не могло быть концом. Thunderdome — это моя страсть. Это мое утешение в трудные времена. В нем есть частичка моего сердца. Это было похоже на зависимость. Забавный способ убежать от реальности. Гораздо лучше, чем твои обычные пристрастия. Это не просто про идею или про компакт-диск. Это про чувства. Если вы были на вечеринках, то знаете, о чем идет речь. Я не чувствовал себя именно так на других вечеринках. Это особое чувство и переживание. Хардкор для меня значит все. Я не принадлежал ни к какому движению, пока мне не исполнилось 17 или 18 лет. Я был умен, носил очки и подтяжки. У меня были хорошие и плохие друзья. Я пытался найти свое место в жизни.
Надо мной часто издевались. В этот день, когда я стал настоящим фанатом хардкора и начал ходить на вечеринки, мне стало уже наплевать на все остальное. Я занимался своим собственным делом, тем, что мне нравится. Все, что мне было нужно, это атмосфера, люди и музыка. Даже когда я был бездомным, музыка не давала мне покоя. Когда ты приходишь на хардкор-пати, это отличная возможность нажать на кнопку «Остановить разум», подумать о борьбе. Тело может быть потным, это просто танец. Счастье быть одному, окруженным тысячами людей. Меня привлекает прагматизм габер-культуры 90-х. Минимализм. Но порой это было очень забавно. Потому что у тебя есть свой уникальный стиль, которым ты можешь иногда поделиться с остальными. Конечно же, в классическом понимании речь идет о бритой голове, белой футболке с принтом и Air Max'ах. И это своего рода разочарование, что никто из моего окружения не подтолкнет меня туда, где я еще никогда не был. И Wizard напоминает рассказчика, очень особенный, вне игры, из другой категории. Субкультура, чтобы стать частью семьи или племени. Это делает меня счастливым, заставляет забыть обо всем, о чем я не хотел помнить. Единственное слово, которое описывает это — дружба. Это больше, чем просто музыка. Thunderdome должен вернуться. Thunderdome — это то, что меня мотивирует. Ощущение гармонии и единства на Thunderdome не сравнится ни с одним другим концертом в мире. Хардкор медленно умирал, и в тот момент это случилось. Я вернулся и получил свою собственную компанию. Я управлял Thunderdome. Появилось новое поколение диджеев, которые учились у своих предшественников. Диджей Промо, Анархист, Кацан, Носферату и Дэмиан. Все артисты, которые брали на себя ответственность и шли к цели. Басфас и Рафнек были примерами для меня. Но только в тот момент, когда вы случайно находите новый вид звука, который оказывает огромное влияние, вы становитесь тем, за кем будут наблюдать. Я взял курс на медленный бит. Темный, индустриальный. Тяжелую медленную бочку. И как большое цунами, мои записи распространились по всему миру. С приходом нового поколения подход к организации мероприятий также изменился. Ирфан начал работать с Джерардом. После спада в 90-х годах нам пришлось заново изобретать самих себя. Мы должны были создать атмосферу новизны. Мы должны были стать новаторами. У нас была большая конкуренция, и именно этого и хотели хардкорные фанаты. Громкий прогрессивный индастриал. Это было именно то, что нужно для Thunderdome и для нас самих. С музыкальной точки зрения, это было очень интересно. Откуда взялись все эти люди? Thunderdome — это молодое поколение, восставшее против старшего. Thunderdome был андеграундным, бунтующим против общества местом.
И Джерард знал, как включить Thunderdome в нынешнюю мятежную эпоху. Мы хотели показать ограниченность людей по отношению к Thunderdome, где все было связано лишь с самой вечеринкой. И мы, вероятно, зашли слишком далеко. Мы выпустили трейлер где-то в 4 часа дня. В тот же вечер это было в новостях, и мне сразу же позвонили из города. Конечно, я понимал, что все это значило. Это все было довольно напряженно. Мы распродали все билеты за 5 недель до этого события, что было довольно необычно, ведь хардкор был уже не так широко известен. В 2007-м вся сцена вновь собралась вместе. Ранний индастриал, мейнстрим. Это снова была тусовка, которая собрала много народу. Я хочу попросить всех присутствующих положить руку на плечо вашего соседа, даже если вы не знаете его. Не строй из себя сейчас крутого парня, просто сделай это. На 3 шага вперед. Не для меня, а для 3 Step Ahead. 3 Step Ahead делает не только отличную музыку, но и создает атмосферу настоящего братства. Его рубашка с Аяксом и Фейенордом была действительно особенной. С этим флешбеком он просто снова стал настоящим символом братства. Это как бы продолжение твоего собственного образа, поэтому будьте уверены, что люди, купившие билет, возвращались домой именно с этим чувством единства. Возможно, там было не так уж и много народу, но вечеринка была потрясающей. Вы набираете очки в глазах фанатов, и уже потом можете построить свой бренд. Это продолжалось и дальше, с различными последствиями. Было много людей, которые воспринимали это всерьез, и не только с Thunderdome. У вас были Master of Hardcore, Pandemonium, Q-Dance с хардкором, и начал играть Dominator. Мне кажется, Masters заслуживает уважения, потому что они все равно остались на плаву на этом новом музыкальном рынке. А Thunderdome стал частью большого портфолио в IDNT. Люди не тратили на эту работу все свое время. Все происходило как-то само, несмотря на то, что никто не работал целые дни напролет. При всем моем уважении, но я думаю, что именно тогда все пошло не так. Это больше не было в приоритете. Все знали, что AT&T будет продан компанией FSX. Thunderdome был как бы лишним. Совсем недавно я прошел через многое. Будет вечеринка, на которой ничего не произойдет. Каждый год я хочу гастролировать на какие-то фестивали. И я всегда боролся за то, чтобы Thunderdome продолжал жить для этих людей. На больших вечеринках ты можешь показать себя как артист. Ты один из быстро набирающих популярность парней на сцене в данный момент. Толпа любит это. Что же я упустил из виду? Да, именно об этом я сейчас и думаю. Это была самая большая ночная вечеринка в Yardbirds. Мы посмотрели на это свежим взглядом, и теперь у нас есть новое видение того, как мы можем все это сделать еще лучше. Thunderdome оказал огромное влияние на популяризацию хардкора. Именно поэтому у Thunderdome есть частичка моего сердца. Но нам нужно время, чтобы организовать что-то, что не оставит людей равнодушными. Я наблюдал за продолжением Thunderdome издалека. Он так и не вернулся на прежний уровень. Тусовки без концепции были провальными, а публика уже сделала свой выбор. И как только AT&T была продана Америке, Thunderdome прекратил свое существование.
После 20-летнего существования Thunderdome мы могли бы сказать: «Это конец. Давай уйдем с размахом, потому что мы разрушили наше наследие». И мы тусовались с этой мыслью, и это было просто грандиозно. Это определило всю мою жизнь. Разочарование, печаль и тоска. Люди умирают, болеют. Драки, грабежи, давление со стороны. Меня предавали люди, которые были мне близки. У меня украли десятки тысяч гульденов. Без Thunderdome меня бы здесь не было. Я научился мыслить масштабно. У нас было так много энергии. Без Thunderdome мы бы не имели такого влияния на эти большие вечеринки. Нидерланды были на несколько миль впереди, и мы определенно должны были заплатить свои долги. Прелесть наших дней в том, что магия существует. И каждый может строить из себя героя в Инстаграме или в Фейсбуке. Просто иногда люди так делают, потому что все так делают. Но другие ищут реальные вещи. Это скорее о силе духа. Ты ходишь на Thunderdome не для того, чтобы снять девочку. Все дело в том, что происходит на танцполе, в людях, двигающихся в унисон. Это нетронутая, чистая энергия, без всякого лишнего дерьма. Именно это делало Thunderdome особенным. Гребаный огромный Thunderdome! У Франсуа есть все эти люди вокруг него, и это обратная сторона медали. Он тот, у кого она уже есть. Она всегда была у него. Даже до того, как он начал работать на AD&T. Он гораздо больше человек из Thunderdome, чем Дункан и я вместе взятые. Он поддерживал пламя горящим. Это впечатляет. Будущее Thunderdome не определено. Если вы спросите меня, то я отвечу, что это не так, потому что все зависит лишь от тебя самого. Children of the Wizards, that's what we all are. Fuck that, yeah!
Yeah!